Всем привет и добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги. Обычная жизнь в Германии. Смотрите, ребята, что с моими огурцами. Их теперь только вырвать и выкинуть. Совсем они у меня почему-то, не знаю, что с ними стало, что-то напало или что. Ну вот такие. Вот тут видно был клещ. Я их опрыскала сывороткой, попрыскала, но, в общем, вот так. Если у кого какие-то советы есть, посоветуйте мне, что с ними делать. Ну, а так, наверное, я их... Посмотрите, все. Мне абсолютно они не нравятся. Кто-то уже собирает урожай. Ой, а мне, наверное, придется их выкинуть. Хорошо, я посадила еще вот такие немножко. Вот такие у нас дела. Ой, кто там? Птичка залетела ко мне в гараж. Пойду-ка я ее выкину. Выгоню. Залетел малышечка. Он совсем маленький. И как мне тебя взять? Ты ж совсем молоденький. Да туда ты не вылетишь. Давай я тебя в коробку, что ли, посажу. Ты ж совсем юный. Ты мой хороший, зачем ты сюда залетел? Маленький, маленький мой. Буду тебя выручать. Ты мой хороший. Да, совсем молоденький. Да, такой желторотик наш. Желторотик такой. Ну чё? Надо тебя выручать. Давай ты меня бояться не будешь, давай. Да ты золотой, ты такой красивый. Или красивая. И хвостик у тебя красивый. И сам ты красавец. Ой, тихо, тихо, тихо. Вот он. Вон он сидит. Выпустила я его. Маленькие. Вообще они у нас живут вот тут. Сейчас я вам покажу. Вон, где труба. Вон там живет эта птичка. Там у них гнездо. И вот этот птенчик вот отсюда. Под крышей живут они. Ну что, лети домой? Лети домой, мой хороший. Боишься, да? Перепугался. Бедненький, пить хочешь. У нас там в ведерке водичка есть. Иди попей. Птичка улетела, птичка упорхнула. А я вам покажу свои ягодки. Такие вот у нас уже смородинка. У меня такая большая, крупная. Вот этот куст, она помельче такая. Совсем меленькая совсем. Кстати, многие спрашивали, что такое ерга. Вот, смотрите, вот это ерга. Видите, она... Сейчас я подальше, наверное. Вот, смотрите. Такие ягодки. Вот эти вот уже спелые. Сейчас я откушу. И вот такая она внутри. Там тоже такая внутри. Там есть косточки тоже. Семечки. Ну, птички, как всегда, успевают вперед меня. У нее вкус немножечко терпкий, немножечко горьковатый такой. Мне нравится. Главное, что она вообще не кислая. А тут у меня крыжовник.
Вот он. Он уже тоже у меня спелый. Мягенький, значит, спеленький. Крупный, хороший. Ну, хочу крыжовник себе купить, который не колется, мой с шипами. Угу. Вкусненько. А эта смородинка еще не спеет. Она еще бледненькая. Вот такой у меня сегодня вложок маленький. Кому понравилось, не забываем ставить пальчики вверх. Всем пока и до новых встреч!